Привет! Добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса. Меня зовут Алексей. И я снимаю вторую часть Crysicov Live по вашим просьбам. Только пришел домой. Время около 2 часов ночи. И у нас опять такие полуночные посиделки. К сожалению, мой режим выстроен сейчас таким образом, что я могу снимать для вас видеоуроки или отвечать на ваши вопросы только поздно ночью, поэтому в это время приходится снимать. Потому что завтра я могу позволить себе поспать. У меня первые клиенты где-то с 4 часов дня в центре, поэтому потом там еще у меня на вечер распланированы работы. В общем, высплюсь. Поэтому я сейчас сниму для вас, там, наверное, часовую, может быть, больше лекцию Crysicov Live 2 и буду спать. Пошел, купил себе еды, перекусил, поговорили с Антоном и пришел работать. Вот так я живу. Буду брать вопросы с спрашивай.ру. Там некоторое количество накопилось после предыдущего первой части ответа на вопросы. Не читал. Сейчас буду импровизировать, честно. И много вопросов, причем интересных, ну таких, я бы сказал, серьезных и по делу, да, в группе моей, ВКонтакте, в Одноклассниках меня нету. Значит, ни одного я вопроса не читал. Сейчас буду это делать, вот, скажем так, сверху вниз. Давайте договоримся так. Их много, и они достаточно объемные. Я вижу, тут прям даже кто-то просто написал. Вот Виталий. Очень много. И я не буду это читать. Я не знаю, видно. Опять, да, не будет, короче, видно. Ну, короче, это... Но это очень много. Я не смогу это зачитывать. Просил короче. Вот подсказка вам. Чем короче вы сформулируете вопрос, тем больше шансов, что я его прочитаю. Вот честно. Второй момент. Если он будет не повторять какие-то... О, Миша вопрос задал, вижу. Если он не будет повторять предыдущие или на то, что я уже отвечал. Ну, хотя я понимаю, что вы, может быть, и не следите, но если будут вопросы, о которых я уже говорил, я буду говорить, что об этом я уже сказал, и отвечу как-то емко и коротко. А те темы, которые мы сейчас с вами посмотрим, что вы там наспрашивали, да, может быть, я что-то углублюсь во что-то, да. Из новостей, что у нас сегодня 30 октября, значит, из новостей давайте еще раз, потому что, ребятки, котятки, чтобы вы просто были в курсе. Несколько... У нас на ноябрь вообще огонь, ноябрь. 7-8 ноября я жду вас в Санкт-Петербурге на 2-дневный семинар. Если вы в Питере или около Питера, пожалуйста, вот кто там бьется, не может попасть. 2 дня с 10 до 6 буду с вами работать в одной из клиник Санкт-Петербурга. Это будет закрытый семинар, малая группа, человек у нас будет 10, не больше, я думаю. Поэтому давайте, кто хочет, значит, есть такой сайт, называется crysicov-spb.rf. Заходим на него, там полностью есть информация о программе. Такая же программа, она будет в Москве. Поэтому 7-8 ноября я жду вас в Питере, но заявку надо сделать предварительно. И с 14-15 ноября я жду вас на семинаре в Московском институте психоанализа. 14-15 ноября, затем 17 ноября финансовый университет при правительстве Российской Федерации, там лекция по профилактике психологического переутомления и повышения стрессоустойчивости. 21 ноября 2,5-часовая лекция атомная, просто которую я подготовил по самооценке. Я буду записывать отдельно промо-ролик к этому вебинару. Расскажу очень подробно, что будет за вебинар, но я думаю, что он просто взорвет многим голову, потому что тема самооценки,
она напрямую связана с тем, что мы называем сам невроз. Почему вы выбираете определенных людей, почему вам сложно говорить «нет», как это сформировалось, и самое главное, что делать, почему на вас все ездят. Очень много тем, но я об этом буду говорить еще в промо-ролике. Итак, 21 ноября – это онлайн-трансляция, ехать никуда не надо. И на следующий же день, 22 ноября, такая же онлайн-трансляция, тоже по атомной теме, по поводу выношения способности выносить критику, способности совершить ошибку, способности выступать публично, способности выдерживать негатив и выдерживать именно вот отношение к вам, именно такие жесткие моменты критики, обстоятельств, неудобные ситуации, да. То есть вот эти 21-22, я думаю, что кто придет на субботу-воскресенье на эти трансляции, я думаю, что вы многое для себя почерпнете, и, возможно, после этого вы многие скажут, что вы поменяетесь. И это все вебинары, они все про невроз, они не все не про симптомы, они все про саму терапию. Понятно? Итак, быстренько. 7-8 ноября Питер, 14-15 Москва, 17 ноября Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 21 ноября вебинар-трансляция по самооценке и техниками, и 22 ноября критика, публичное выступление, способность выносить негативное мнение, выступать перед людьми, все, что связано с социумом, все, что связано с впечатлением и так далее. Эти два вебинара, на самом деле, не дополняют друг друга. Поэтому и будут они продаваться, в принципе, как по отдельности, отдельности, так и вместе. Вместе будет дешевле. Я постараюсь сейчас сделать эту лекцию так, чтобы она была и полезной, и такой немного разнообразной, потому что есть, как я понял, вопросы профессиональные, есть вопросы личные, да, вот кому-то интересно что-то про меня узнать побольше, поглубже, скажем так, да, кому-то интересно по симптоматике что-то узнать, кому-то интересно узнать по терапии, поэтому я постараюсь охватить несколько сфер, что ли, да, которые люди задают. Итак, поехали. Начнем со спрашивай.ру. Как выбрать психотерапевта? Их очень много, все они разные. На что ориентироваться? Великолепно для начала, прям сразу, с места в карьер. Действительно, это такая задача, которая многих ставит в тупик. И здесь есть несколько подводных камней. Да, у меня здесь крем намазан, я лимфоузел там все мажу, не обращайте внимания. Ставят многих в тупик, потому что есть одна ошибка. Люди считают, что психотерапевты, они все одинаковые, да, они все вот как бы умеют что-то там. И когда у человека не получается с кем-то из коллег, они делают выводы о всей психотерапии. Это первая, да, большая ошибка, потому что надо понимать, что методов много, но самое главное – это сама личность психотерапевта, сам психотерапевт, который с вами работает. Отвечая коротко на ваш вопрос, как выбрать? Ну, во-первых, надо поинтересоваться образованием этого человека, вообще, кто он по профессии. И важный такой момент – не постесняться попросить документы, чтобы они были на русском языке или как минимум на английском, чтобы вы могли прочитать что-то, да, потому что нынче только ленивый, наверное, не говорит о неврозах, и насколько у меня есть эта информация, там, в половине случаев это просто люди, которые решили завести видеоблог и каким-то образом назвали себя психотерапевтами, психологами. Я психолог-консультант. Да, и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, вы документы мои можете найти на сайте. Я не знаю еще ни одного своего профессионального коллеги из нашей ассоциации, у которого на сайте нету этих самых скринов своего образования.
Но это нонсенс просто, понимаете? Соответственно, я вас очень прошу, вот в этом случае будьте просто повнимательней, как-то голову повключите. Может быть, вы подключите, может быть, вы там стесняетесь. Понимаете, можно назвать себя кем угодно, но поинтересуйтесь. Посмотрите документы, там не паспорт, а просто где человек учился, какие сертификаты, в какой ассоциации состоит, что из себя представляет, когда учился, какой метод, да? Поэтому первое на ваш вопрос отвечая, это сам человек, его подготовка, его образование. Второе, обратите внимание на метод. Вы можете не разбираться в методе, потому что их много, и этих нюансов вам можно и не знать. Поэтому лично, если вы у меня спрашиваете, да, я рекомендую именно когнитивно-поведенческую психотерапию, либо Аарона Бека, либо Альберта Эллиса, РЭПТ, рационально-мотивно-поведенческая психотерапия. Дальше, третье, это, наверное, стоимость консультирования. Тоже можете подбирать здесь для себя оптимальные цифры. Что еще? Ну и самое главное, это ваше внутреннее личное ощущение. В подавляющем большинстве случаев вы понимаете уже на первом-третьем занятии, насколько у вас налажен контакт, насколько у вас формируется вот этот комплаенс, вот этот вот терапевтический альянс, да, потому что, ребятки, психотерапия – это взаимодействие двух личностей. Это не взаимодействие этого компьютера и человека, это взаимодействие двух личностей. Терапевт взаимодействует с вашей личностью, а ваша личность взаимодействует с терапевтом. Если психотерапевт не является для вас той личностью, с которой вы хотите взаимодействовать по ряду причин, не получится психотерапии, каким бы он ни был профессионалом. Поэтому личностный аспект психотерапевта играет фундаментальную роль, порой даже первостепенную. Потому что это сейчас касается не внешности, и не одежды, и не каких-то там пафосных дипломов на стене. Это, прежде всего, личность, на которую вам захочется опираться, у которой вам захочется учиться, который является для вас авторитетом. Именно на этом авторитете и на вот этой вот личностной структуре терапевта и будет выстраиваться личностный рост и сам терапевтический альянс. Если психотерапевт не может занять место в вашей психике как авторитет, как личность, у которого хочется учиться, у которого хочется перенимать некоторые знания и опыты и добиваться результатов под его руководством, вы не сможете ничего добиться. Абсолютно. Понимаете, да, вот этот момент? Поэтому, еще раз, первое – это документы, дипломы, не побойтесь, обязательно спросите. Второе – это метод. Рекомендую вам когнитивно-поведенческую психотерапию Эллиса или Бека. Третье – это, собственно говоря, сама стоимость, комфортная для вас, потому что вы должны прогнозировать ваш бюджет. Четвертое – это сама личность терапевта. Ну и пятое, наверное, это то, какая форма психотерапии практикуется коллегой. Скайп, группы, очно, как ехать, куда ехать и так далее. Здесь же, наверное, такой подвопросик, да, по поводу скайпа и по поводу очных консультаций и групповых консультаций. Чем отличается, что выбрать... Ребятки, я буду пить отраву, ладно? Я вот так разверну, чтобы было не видно. Это не алкоголь, это газировка. Я алкоголь вообще не пью уже, наверное, 1,5 года. Даже пиво. Я раньше, когда начинал, много работал по скайпу и бился кулаком в грудь о том и доказывал в институте, доказывал своим коллегам, что скайп-консультирование вообще как-то имеет место быть. У меня вообще есть такое ощущение, что я где-то в 2010-2011 году первый, ну, одним из первых, кто стал вообще официально так вот громко говорить о том, что я работаю по скайпу. Многие коллеги крутили пальцем у виска, и до сих пор ортодоксальные терапевты, они скептически относятся к скайп-консультированию, да, но время показало, практика показала, американцы, европейцы давно этим занимаются, не только психотерапевты, но и многие тренеры, многие и спортсмены, многие отрасли
помогающих профессий, в том числе психологи, консультанты, психотерапевты, они действительно работают по скайпу. В этом нет ничего невыносимого в профессии. Это тоже тот же вид консультирования, да, дистанционная форма консультирования. Единственная форма консультирования, которая есть, но я ее совершенно никогда не практиковал, не приемлю, это в виде переписки. Вообще не очень представляю, как это происходит, ни с точки зрения терапии, ни с точки зрения процесса, да. Соответственно, тут, наверное, нет. А вот скайп, да, пожалуйста, почему нет, если вы из другого города, если вы по деньгам можете позволить себе скайп, лучше это, чем вообще ничего, понимаете, да? Вот, соответственно, очное консультирование чем отличается? Ну, оно всегда более полно, более ярко, минусы, трафик куда-то ехать, аренда кабинета, возможно, это дороже. У меня, например, скайп-консультация стоит дороже, чем очная консультация, парадоксально, но это правда. Это связано с моим личным временем, потому что у меня выкуплен кабинет по средам и пятницам, а все остальные дни они заняты общей моей работой. И вычленять людей на скайп я делаю это крайне редко по возможности, поэтому это и дороже. А среда, пятница более-менее как-то распланировано, поэтому и подешевле. Вот, соответственно, не брезгайте скайпом. По поводу группы. Группа бывает очная, группа бывает по скайпу. Разница большая, потому что в группе очные вы взаимодействуете, опять же, с людьми, можете сесть, пересесть, то есть там обняться, там пожать руку, там кого-то поддержать. А в дистанционной форме скайп-консультирования тут есть тоже две формы. Первая форма – это вебинар. Вторая форма – это видеотрансляция, где всех видно. У меня есть вебинары. Вот как раз я зачитывал расписание свое, да, там вот эта самооценка и другое, и по поводу публичной критики и выносимости этих дискомфортов. А вот это будут вебинары, когда меня видно, а вас не видно. А вот консультирование групповое – это когда я вижу каждого из вас, и я с каждым могу взаимодействовать. Это и полулекции, и полуконтакт с каждым человеком. Это я использую очень широко, очень много. И очень нравится мне результат. В эти группы очередь стоит постоянно. Вот сейчас набрались все группы до конца сезона, поэтому, до конца года. Поэтому вот так по форме. То есть я не приемлю только переписку. Наверное, даже по телефону можно иногда что-то объяснить, особенно если это когнитивно-поведенческая психотерапия. Это понятно? Ну, великолепно. Идем дальше. Правда ли, что вы консультируете человека из Forbes? Говорили об этом на прошлом уроке. Есть ли большая разница между консультированием очень обеспеченных людей и нет? Кого вы выбираете? Ну, да, действительно, только там была не десятка Forbes вот топовая, а там есть некоторые рейтинги. Действительно, у меня есть клиенты, которые... Я не могу разглашать нишу, сферу и так далее. Действительно, есть там пару человек, которые входят в Forbes, не буду говорить по каким категориям, по каким рейтингам. Много топ-менеджеров, ну как много, относительно, да, и нефтяные компании, IT-компании, собственники бизнеса, менеджеры. В то же время домохозяйки, фотографы, художники, ищущие себя молодежь, креативные девушки, креативные ребята, вообще люди, которые никогда нигде не работали или работают на каких-то смежных профессиях, вахтовых, абсолютно разные. То есть у меня может сидеть реальный миллионер в кабинете, и через час на его место вот так вот сядет обычный парень, который учится на первом курсе института. У меня не поменяется ни отношение, абсолютно не поменяется ни подход, ни метод, ничего не будет изменено и так далее. Соответственно, люди совершенно разные, да, и подход мы абсолютно одинаков. Есть у меня специальные программы, да, для топ-менеджеров, для корпоративных клиентов, но об этом я пока говорить не буду. Это такая полузакрытая информация. Это программы для менеджеров высшего звена и
такого среднего звена, у которых в подчинении там от 10 человек. Так, ответил. Идем по спрашивай Ру, теперь сюда прыгнем. Значит, ту-ту-ту. Леша, перед тем, как идти в зал, стоит ли сдавать анализы на гормоны и проходить тест на нагрузку? Все зависит от твоего самочувствия и твоего начального уровня подготовки. В любом фитнес-клубе, в который ты сегодня приходишь, обычно в начале делается фитнес-тестирование, да, смотрят, какую твою выносливость, она рассчитывается по ритму сердца, по его восстановлению в покое, насколько быстро он восстанавливается, насколько высоко поднимается пульс, как он держится и как восстанавливается ритм в определенное время. Там есть определенные тесты в этом плане, есть даже измерение жировой прослойки, процента соотношения мышц, жир, толщина костей. В общем, можно сделать фитнес-тестирование, чтобы просто посмотреть, насколько ты подготовлен. Это даст тебе некоторую зону пульса, да, в которой тебе нужно начинать тренироваться, плавно повышая время и пульсовую зону. А что касается обследований, безусловно, прежде чем начинать физические нагрузки, я лично, можете к этому прислушаться, можете к этому не прислушаться, всегда рекомендую пройти как минимум от кардиолога, да, для того, чтобы понять свое артериальное давление, для того, чтобы исключить какие-то серьезные пароксизмальные процессы в ритме сердца, исключить ишемическую болезнь сердца. Спросить у кардиолога, тут не надо заморачиваться только, ладно, здесь надо просто у кардиолога спросить, я хочу пойти в спортзал, нет ли у меня серьезных каких-то патологий, которые могли бы быть противопоказанием к физической нагрузке. Все. Да, здесь больше не надо заморачиваться. А дальше, когда вы уже в зал пришли, вы просто сразу жопу не рвете, вы начинаете как бы плавно. Сначала начинаете с каких-то общих круговых тренировок, да, не изолированных, то есть вы можете разделить ваши тренировки на верх тела, на низ тела. Например, в первый день прошлись там по кругу, по тренажерам определенным наверх, такую круговую сделали. А на следующий там день или через день сделали круговую на низ. А затем еще раз, там пару раз повторили. Затем потихонечку можно переходить к базовым упражнениям, к базовым тренировкам. Ну, а затем уже через какое-то время можно перейти на изолированные тренировки, где каждый день вы будете посвящать какой-то отдельной группе мышц, это называется сплит-система, да, там понедельник плечи, там руки, там грудь и так далее. А что касается гормонов, тут вопрос, опять же, какое твое было состояние. Обычно гормоны ребята сдают, которые принимают допинг, которые принимают не спортпит. Спортпит – это не допинг вот в этих больших банках. Тут можно вообще... У меня есть один знакомый, который сдает кровь, потому что он спортпит принимает. Но это очень... Это странная история. Кровь обычно сдают, когда человек принимает фармакологию, да, медицинскую, которая ускоряет синтез белка, ускоряет обменные процессы. Именно там сбивается гормональный фон, именно там нарушается баланс креатинина, почки, печень. Вот за этими показателями обычно смотрят, когда начинают химичить, и так вот много белка едят, да, там 300-400 грамм белка в день, когда уже почки начинают нагружаться. Вот тут, конечно, регулярный мониторинг крови обязателен. А если вы просто принимаете там белки, аминокислоты, ешьте углеводы и овощи, фрукты, что вам кровь сдавать? Ну, сдайте вначале, что если вы нормально себя чувствуете, зачем вам на это заморачиваться? Жалобы будут, дадите, посмотрите. Но я бы не рекомендовал так особо ярко. Алексей, здравствуйте. Как быть с проявлениями невроза у маленьких детей? Ведь уже в 2-3 года у ребенка могут проявляться симптомы. А работать с родителями – вопрос. Вы знаете, я не являюсь педиатром, и я не являюсь профильным специалистом по детской психотерапии и психокоррекции. Есть специальные люди, которые как раз и занимаются именно вот детишками в таком возрасте, как и в виде диагностики, так и в виде коррекции.
Я не отношусь к классу детских психотерапевтов. Я работаю только с совершеннолетними, либо это может быть там 16, 17, 18, но с разрешения родителей, когда ко мне родители приходят, да, и говорят, вот там мой сын, ему 17 лет, вот я за него плачу, он походит. И я всегда там могу быть в контакте с родителями, а вот совершеннолетними уже там может быть совершенно все по-другому. Вот, поэтому ваш вопрос я некомпетентен. Ответить про детей 2-3 года, как проявляется. Там, понимаете, физиология еще не выстроена, там много нюансов, которые я не знаю. Это вообще отдельная кафедра, и я к 2-3-летним детям практически не отношусь. Я не знаю. Понимаете, я считаю очень важным признать то, когда ты не знаешь тему. Вот я не знаю тему вот, неврозологии 2-3-летних детей в плане вот, проявления и в плане ее коррекции. Поэтому некомпетентен. Сори. Видео, конечно, публичные, но там затрагивается конкретный мой случай в обидном для меня ракурсе, который не соответствует действительности. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Я никогда не снимаю видео, имея кого-то конкретно в виду. Если там затрагивается какой-то конкретный ваш случай, ну, это может быть совпадением, или вы себе что-то придумываете. Я никогда прямо или косвенно кого-то в видео не имею. Поэтому тут я думаю, что вы себе что-то придумали, либо вам просто скучно. Алексей, а люди с физическими изъянами или уродствами, особенно невидимы на первый взгляд и вынуждены жить с неврозом всю жизнь, ведь это не исправишь. Вы знаете, по поводу каких-то физических увечий и каких-то вот последствий травм или генетических при рождении, это отдельное направление психотерапии. Оно смежное с терапией психотравмы, оно направлено именно на интеграцию инвалидов, интеграцию людей, получивших там ожоги, травму, именно в социум. Здесь упор делается на как раз ту самую самооценку, на право быть членом общества, на то, что думают окружающие, что он сам о себе думает. То есть я знаю, как с этим работать, работаю периодически. Потому что модель, она такая достаточно гибкая. Там ребята, которым там оторвало конечности на войне, или какие-то ожоги, да, или там девочка после неудачной пластики, еще что-то. То есть это мой профиль, но тут как раз, опять же, да, повторюсь, что она сама думает. Вот здесь вся проблема будет заключаться в том, принимает ли она себя или он себя таким. Вот если терапевту получится добиться вот этого внутреннего принятия и как бы, что я принимаю травму, я принимаю вот себя таким, какой я есть, и я имею право быть таким в этом обществе, и если нету проблемы с самооценкой, все будет в порядке, уверяю вас. А если есть внутреннее неприятие и чувствую себя ущербным и стеснительность сильная, это показания к терапии, безусловно. Алексей, здравствуйте. Год назад у меня была паническая атака. После нее год мучаюсь различными проявлениями неврозов. А паническая атака что, не проявление неврозов? Это? Так вот, однажды я проснулась со странным, непонятным потоком мыслей в голове. Полный бред. Набор случайных, неясных мне мыслей. Ну, здесь вы описываете просто ваше самочувствие. Вопроса здесь я не увидел. Да, я вам так скажу, что все жалобы, которые вы описываете, мне не важно, какие они. Панические атаки, навязчивые мысли, поток мыслей, тахикардия, диарея, вегетативные, фобические, мне не важно. Хотите вот секретик открою вам? Послушайте, пожалуйста. Я вот об этом в группе часто говорю, в своих рабочих и в семинарах.
Есть один секрет, который вот мало кто знает. Ну, такой секрет в кавычках, да. Есть внутреннее напряжение, которое создается самим неврозом, то бишь самой личностью, пониманием себя, мира окружающих. Там есть убеждения, там есть внутренние конфликты, там много чего идет не так. Из-за этого вы имеете сильное напряжение. И это напряжение выходит либо в тело, либо в эмоции, либо в поведение. Как понять, почему у кого-то дереализация, у кого-то ОКР, у кого-то паника, у кого-то вегетатика? Сложно и долго мне вам это объяснить на научном языке. Я вам объясню попроще. Чем у каждого, у каждой личности есть специфический вот этот момент с убеждениями, специфические требования, специфическая сама невротическая конструкция мировоззрения. Чем жестче и чем специфичнее эта конструкция, так и будут преломляться симптомы. Поясню. У ребят с дереализацией, с деперсонализацией, если мы говорим о неврозе, у них всегда примерно одинаковая конструкция убеждений и требований. И в жизни примерно, на жизнь примерно одинаковый взгляд и примерно одинаковая картина в жизни, которая не успешна, которая не такая. Все не такое, я не такое и так далее. Не могут себя найти. Люди с ОКР, с навязчивыми, то, что вы говорите, мыслями, да, там, потоком, сомнениями, у них тоже определенная специфика внутри психики. Паникеры и фобики, так скажем, да, у них специфическая. То есть, мне, когда вы пишете жалобы, первое, что я понимаю, что мне это не важно, потому что я прекрасно понимаю, что какой бы у вас там веер жалоб не был, я буду работать с внутренней составляющей вашей личности. Пока мы там не изменим, эти симптомы будут меняться и так далее. Поэтому по симптомам ходить и бить так вот серьезно я бы не стал. Какие-то вещи можно объяснить по поводу мыслей, по поводу паники, по поводу фобии, но основная работа это с тем, что создают. Поэтому, скорее всего, вы говорите о обсессивно-компульсивном неврозе, он еще называется невроз навязчивых состояний. Вы невероятно располагающий человек. Спасибо. Вам хочется и можно доверять. А это очень важно при работе психотерапевтом. Большое вам спасибо. Ну здесь нет вопроса. Спасибо вам большое, мне приятно. Я уже говорил об этом в начале. Личность психотерапевта очень фундаментальна для правильной терапии. Если я для вас располагающий, если я вам подхожу, это говорит о том, что, скорее всего, у нас с вами получится взаимодействие терапевтическое. Есть люди, которым я не подхожу, и у нас с ними его и не получится. То есть можно даже провести эксперимент. Попробуйте прийти ко мне на терапию, привести ко мне на терапию тот, кто меня ненавидит, кто там считает меня там таким-то, таким-то. Я думаю, что в 70% случаев он уйдет, пропадет и так далее. Наверное, в 30% случаев он поменяет свое мнение. Да, но это очень... Если он заведомо пришел предвзятым, заведомо пришел... Я, конечно, постараюсь поменять его отношение, но в целом все зависит от личности терапевта. И именно поэтому, вот сейчас внимательно, сам психотерапевт должен, именно должен, во-первых, пройти собственную терапию, с самим собой постоянно работать со своим терапевтом-супервизором, постоянно ездить на курсы повышения квалификации, постоянно говорить с коллегами, постоянно развиваться, постоянно. Это фундаментальный секрет успеха в этой профессии. Как только вы остановились, сели в кресло, в кабинет, закрылись и назвали себя специалистом, все, тут все закончилось. Поэтому есть коллеги, но я не уверен, что это коллеги, но есть там люди, которые почему-то ставят во главу угла борьбу со мной, нежели развитие собственных способностей, собственных навыков. Поэтому я бы вот тебе порекомендовал таким вот людям не ставить на мне мишень своей жизни, а больше заниматься собственным неврозом, собственным развитием, собственной эффективностью и собственным неврозом. Вот. А не ставить во главу угла, объяснить свою позицию.
О, как раз в тему. Дружите ли вы с коллегами и есть ли, упс, а у вас конкуренты? Как вы к ним относитесь? Спасибо. Прям в тему идет. Дружите ли вы с коллегами? Есть ли среди вас конкуренты? Как вы к ним относитесь? Я дружу со своими коллегами еще с института психоанализа и про конкуренцию, да? Вы знаете, я вам так скажу. Я уже об этом когда-то высказывался. Я лично считаю, что в нашей профессии прямой конкуренции быть не может. Если какой-то психотерапевт считает, что есть вот конкуренция между Пупкиным и Сидоровым, ну это какой-то невротик, вот такой ярко выраженный, потому что профессионал своего дела, во-первых, он профессионал. И он прекрасно понимает, что у него есть люди, которые занимаются с ним и которые будут заниматься у него, потому что он эффективный профессионал своего дела. Это первое. У него не возникнет сомнения о том, что он останется без работы. Это первое. Второе. Дружите ли вы с коллегами? Да, я дружу. Причем, знаете, я дружу с большим количеством коллег, которые могут не заниматься когнитивной терапией. У меня есть знакомые еще после института, которые занимаются расстановками, теми самыми, да, там, которые занимаются гипнотерапией, которые занимаются телесной терапией, арт-терапией, у которых там гештальт-терапия, экзистенциальная терапия, юнгианцы, фрейдисты там разных направлений и так далее, понимаете? Я вам так скажу. Я дружу с людьми, и если мы с ними, как люди, в отличных человеческих нормальных отношениях, мне не важно, сходимся мы в методе, не сходимся. У меня есть друзья, коллеги, которые вообще по-разному смотрят на невроз, на его этиологию, патогенез, происхождение, терапию. Мы можем с ними даже дискутировать как-то вот там, когда видимся, да, как они смотрят на этого пациента, как я смотрю. Но мы всегда обнимемся, там, выпьем чай, кофе, потанцуем, попляшем. И нас это нормальные профессиональные отношения в профессиональном сообществе. А вот когда какой-нибудь мальчик, там, кто-то начинает вот, гадить, пакостить, рассылать спам от имени ботовых страниц, вы вот туда не ходите, вы сюда ходите, вот я вам сейчас всем вот, покажу. Вот это оно как раз является показателем самого личности человека. И даже не важно, какой это метод, мне это уже не интересно, потому что я взаимодействую на профессиональном уровне с людьми. И не всегда мы можем с ними пересекаться, понимаете, в методе. Вот когда человек начинает гадить специально, понимаете, рассылать что-то, пакостить, вот тут сразу человеческие отношения перекрывают всю. Я никогда с таким человеком не буду взаимодействовать. Вот так. А про конкуренцию нет. Я уже ответил. Какая это конкуренция? О чем? Каждый психотерапевт, если он специалист, он индивидуален. У него свой портрет клиента. Его выберут свои клиенты. Глупо здесь что-то беспокоиться. Так. Давайте посмотрим, где я остановился в группе. Там где-то были такие важные вопросы. Ну, поехали. Тут я могу имя озвучить. Женя спрашивает. Евгений. После решения своих проблем с мыслями я часто замечаю неврозы у окружающих, близких людей. Хочется помочь людям, не всем, но близким, которые тебе дороги. Как правильно помочь такому человеку? Не скажешь же ему, наверное, тебе нужен психотерапевт. Ведь в странах СНГ слово психотерапевт многих воспринимается как человек, надевающий смирительную рубашку. Жень, ты в чем-то прав, а в чем-то я тебе хочу немножко подсказать. Значит, сейчас я хочу, Жень, спасибо тебе за вопрос. Это вот ответить моим клиентам прежде всего. Ребят, кто вот занимается у меня в группе, кто занимается индивидуально, пожалуйста, Жень, и ты послушай.
Если вы проходите рациональную терапию, любую другую психотерапию, вы для себя что-то поняли, для тебя что-то решили, особенно это касается когнитивной терапии, вас будет прям подмывать полечить других. Вы начнете замечать их иррациональные установки, вы начнете замечать их невротическое поведение, и вас автоматически начнет толкать делать им замечания. Я вас очень прошу, не надо этого делать. Вы можете поссориться, вы можете остаться без друзей, превратиться в зануду, превратиться в человека-отшельника, который будет недоволен тем, какие люди окружающие. Опять же, про невроз, что люди должны быть рациональными, помните, да? Я вам так скажу, Жень, и все мои клиенты, пожалуйста, послушайте. Используйте полученные между мной и вами навыки рационального мышления только тогда, когда вас об этом просят. Если вас об этом не просят, какой бы он ни был иррациональный, как бы это ни было невротично, не надо влезать и говорить: нет, ты знаешь, тебе надо полечиться, ты вот нерационален, ты знаешь, что-то у тебя не то. Не надо провоцировать напряжение в семье, с друзьями. Промолчите, улыбнитесь. И корректно скажите: если тебе интересно мое мнение, я тебе скажу. Или дождитесь, когда человек сам к вам придет и скажет: Арин, слушай, у меня какая-то там сложность, я знаю, ты занималась с психологом, я вижу, ты поменялась, а можно твое мнение узнать? Вот когда есть запрос, когда есть пожелание, чтобы вы рассказали, тогда, пожалуйста, делитесь своими опытами, знаниями и так далее. Но не лезьте, понятно? Вот этот важный момент, Жень, спасибо тебе, пожалуйста, Паш, большое за вопрос. Татьяна спрашивает. Ребят, я читаю плохо, потому что я ни разу эти вопросы не читал, только сейчас их открыл. Татьяна спрашивает. Симптоматика – это проявление наших мыслей. Засыпаю уже, да? Симптоматика – это проявление наших мыслей, тревоги, переживаний. А если симптоматика всегда, за исключением, может, только сна, как научиться фантазировать с позитивным уклоном? Вижу в этом только минусы и страхи. Татьяна, не совсем вы правильно понимаете. Ваша симптоматика – это не проявление ваших мыслей, тревоги, переживаний. Отчасти – да. Если симптоматика сейчас всегда, вы должны понимать, что вы, наверное, думаете, что вы как только о чем-то не так подумали, что-то вылезло. Такие истории бывают, но они немножко в другой локализации. Если у вас всегда напряжение, если вы всегда в беспокойстве, если вы всегда в тревоге, то это означает, что у вас уже запущен сам по себе процесс, где ваша психика чуть раньше перебарщивала в отношениях с мужем, с женой, с коллегами, с собой, с окружающими, и вы просто довели себя до определенной точки кипения, где ваши эмоции поднялись. А то, что оно у вас постоянно, говорит о том, что вы каждый день продолжаете подкидывать масло в огонь, либо, взирая на эти обстоятельства, все еще так болезненно, например, у вас ничего не изменилось с мужем, с работой, с отношениями и так далее, либо вы косвенно еще полируете себя страхом за симптоматику, когда закончится, сколько можно, когда это закончится, когда я вылечусь, ничего не помогает. То есть сначала вы создаете проблему из сферы там, муж, работа, семья, карьера, успех, требования к себе, от этого и начинаются все симптомы. А затем вы начинаете усиливать это претензии к самой себе, когда я вылечусь, когда это закончится и так далее. Тем самым делая еще хуже. Поэтому, если у вас симптоматика всегда, я хоть вас и не знаю, но мне это говорит о том, что в целом ваше состояние, оно слишком переполнено напряжением. Надо понять, почему. Возможно, задайте себе вопрос, с кем вы просыпаетесь, куда вам надо ехать, какой вам предстоит день. Это по вопросу обстоятельств. Третий вопрос себе задайте. Что я думаю о своем неврозе? Что я думаю о своих проявлениях? Что я думаю о том, что происходит? И вы увидите,
что либо вы просыпаетесь не там и не с тем, либо вы едете на работу не на ту, либо вы в целом не знаете, что делать, как вы к этому всему относитесь. Либо вы с утра до вечера ходите и гоняете, вы когда я выздоровлю, а это когда пройдет, а это как лечить, а это как лечить, а это когда выздороветь. Зачем? Вот тут как раз я бы сакцентировал очень сильно ваше внимание в вашей терапии. Ксения спрашивает. Я прям сразу, наверное, пойду. Тут много, нет? Ну, блин, слушайте, много, ребятки, много. Ксения спрашивает. Извините, а можно вопрос? Можно. Вот вы описываете одно из проявлений ОКР, как страх что-то сделать. А если страх такой, а вдруг ты сделал и забыл? Это тоже ОКР? Да, это тоже ОКР. Да не обязательно к психиатру, к психотерапевту, который... По ОКР. Если я, а вдруг я не сделал, а вдруг я сделал и забыл, а вдруг я что-то совершил, и я не помню. Это все те же самые сомнения под одним соусом. Помните, да? Я боюсь быть плохой, я должна быть хорошей девочкой, а потом вы начинаете себе фантазировать. А вдруг я что-то сделал, не помню. А вдруг это не я. А вдруг я что-то забыл. Это все, Ксюш, ОКР, и надо с этим работать. Достаточно типично, ничего страшного. Ирина спрашивает. Я немножко ускорюсь. Ирина спрашивает, почему при неврозе навязчивых мыслей человек постоянно анализирует себя, свои мысли, свои ощущения, выслеживает свое состояние, оценивает, ведь это так утомляет. Верно, потому что есть напряжение, я уже об этом говорил чуть раньше, и это напряжение должно куда-то выходить, оно выходит в тело, вы начинаете к телу прислушиваться. Косвенно вы таким образом, а кто это спрашивает, Ирочка, Ирочка, косвенно вы таким образом не просто выплескиваете из себя то самое напряжение на сомнение и на вегетатику, но вы еще косвенно переключаете свое внимание с истинной проблемы на вот эти поиски нелепые. Пример приведу, чтобы вы меня правильно поняли. Это сейчас не про вас, это вообще просто пример, чтобы вы поняли, как это переключалка происходит. Ну, предположим, у моей клиентки сама суть внутреннего напряжения заключается в том, что она не в очень хороших отношениях с мужем, она не может принять решение, и хочется уйти, и не хочется, и может, и не может, и много сомнений, и все как-то идет под откос, но она не может, она колеблется. Там очень много напряжения. И вот она начинает испытывать вегетатику и панику, и она начинает придавать значение вегетатике, начинает думать о сердце, концентрируется на форумах, идет в больницу, начинает изучать невроз, пытается вылечить. Тем самым она косвенно отвлекает себя от той сферы, в которой и создана проблема. Я объяснил? По-моему, ну, доступно, нормально. Поэтому, если вы видите в себе ипохондрические составляющие, ипохондрический такой радикал, это проще. А если вы видите в себе постоянные навязчивые желания что-нибудь попроверять, а вдруг это, здоровье имею в виду, да, а вдруг то, а вдруг все, это отчасти косвенно меня, например, наталкивает на мысль, что вы от чего-то отворачиваетесь. То есть вы чего-то в жизни либо менять не хотите, либо не знаете что, либо не знаете как. И ваша психика, поэтому это называется защитные механизмы, вас просто уводят в сторону на вот эти все ипохондрические проверки и сомнения. Алексей, доброго здравия. Вам тоже спасибо, Ярослава. Я социофоб с частыми рецидивами. Уже интересно. Применяю ваши техники, светофор и зеркало. Угу. Но это не мои техники, Ярослава, это... общие техники. Хотя светофор, честно сказать, придумывал я. Правда. Но эффект кратковременный, а глубинный страх, ощущение с людьми остается. В чем здесь может быть проблема? Спасибо. Ярослав, давайте разберемся. Я социофоб с частыми рецидивами. Это меня уже настораживает. Социофоб не может быть с рецидивами. Объясню. Социофоб – это человек, который в целом либо боится контактировать с обществом, либо нет. Но если это уже не социофоб. Не может быть такого, что социофоб перестал испытывать внутреннюю тревогу посредством психотерапии, а потом у него начинаются какие-то флешбеки, и опять он не может там что-то сделать. Такого не бывает. Соответственно, здесь у меня уже есть некоторые сомнения по поводу, что такое социофоб с частными рецидивами. Это первое. Наверное, вы имеете в виду, что иногда вы справляетесь с тревогой, иногда вы не справляетесь. Тогда это не рецидивы, тогда это просто недолеченная история. Применяю ваши техники, светофоры, зеркало. Но эффект кратковременный.
Если эффект кратковременный, значит, Ярослава, ваша ошибка заключается в том, что вы не поняли, как вы сами создаете свою социофобию. Вы себе, видимо, по верхушкам как-то пытаетесь объяснить светофоры, пытаетесь объяснить зеркало, но вы сами себе не верите. Вы сами себе, Ярослава, не можете обосновать логику зеркала и логику техники зеркала и логику техники светофор. Вы в нее не верите, потому что у вас, скорее всего, есть проблема с самооценкой. Именно эта проблема с самооценкой под названием «я никто и звать меня никак» не дает вам верить в технике. Именно поэтому приходите на вебинар 21-го по самооценке, и вот там мы будем детально работать с техниками. Потому что если человек, можно сейчас поругаюсь, если человек уверен, что он дерьмо внутри своей самооценки, он не сможет этому дерьму дать право на рациональность, дать право на объективность и даже на логику. Я дерьмо, я вот в это не поверю, я же не имею права на это. То есть там такие сложные механизмы, мне надо вам это объяснить, поэтому приходите на вебинар, хорошо? Но я надеюсь, в целом вы меня услышали. Конечно, поэтому глубинный страх остается, потому что если проблема на уровне самооценки, она там 100%, у всех социофобов вот эта тема. Я говно, звать меня никак, поэтому я не имею права на нормальную девушку, на нормального парня, на нормальную работу, я не имею права сказать нет, я не имею права вообще на это, я этого недостойна, я не справ. Мы с этим как раз будем 21-го работать. Приходите. Наталья спрашивает. Алексей, здравствуйте. Мой невроз образовался на фоне проблем в шейном отделе позвоночника. Мой невроз образовался на фоне проблем в шейном отделе позвоночника. Так, принято. И идет как сопутствующее заболевание. Принято. Так утверждают наши местные врачи. Это действительно возможно. Как-то сомневаюсь. Ваши врачи абсолютно правы. Шейный остеохондроз никак и прочие протрузии, и компрессии и так далее никак не создают невроз, никак его не усиливают и так далее. Шейные проблемы, компрессии, протрузии, они являются сопутствующим заболеванием, так же, как кариес при неврозе, понимаете? Заводит заблуждение людей вот эта тема с остеохондрозом, что симптомы компрессии артерии, нарушенной гемодинамики, что более различные локализации на фоне невроза создают излишний дискомфорт и излишний переживание и сомнения. Поэтому тут проблема не в шее, а тут проблема в том, как вы создаете переживания по поводу симптоматики именно неврологического характера. Поэтому ваши врачи абсолютно правы. У вас есть невроз и сопутствующее заболевание, но оно друг с другом не пересекается, если только вы на фоне боли или на фоне дискомфорта в шее не придаете этому еще более тревожное значение. Но это не значит, что у вас остеохондроз ухудшается, у вас просто тревога ухудшается. Разделите терапию и симптоматику остеохондроза и терапию невроза. Вот прямо вот в стороны разведите. Поэтому, значит, уточнение. Тем умникам, которые все считают, что ВСД и остеохондроз как-то между собой связаны, думайте головой, прежде чем писать это все в интернете. Есть отдельная симптоматика остеохондроза, и есть отдельная симптоматика невроза. Это вообще разные вещи. Потому что неврозы – это вопросы психики и характера, и эмоционального проявления. А остеохондроз и неврология – вообще никакого к личности отношения не имеет. Невралгия и неврология и остеохондроз имеют отношение исключительно к головной мозг, позвоночник, иннервация, компрессивные зажатия, висцеральные артерии и так далее. Там вообще отдельная симптоматика, которая может быть и вообще вот человек Далай-Лама, простите, да, там 14-й, и у него остеохондроз, у него будут симптомы остеохондроза, почему есть невроз вообще. Понятно, что это разные вещи абсолютно. Окей. Ну, кстати, хороший выпуск получается. Так важные темы обсуждаем. Анна спрашивает. Алексей, доброго времени суток. У всех ли невротиков повышен гормон кортизол? Стоит ли вообще обращать на это внимание, если надпочечники... Анечка, неплохой вопрос.
из серии ошибок. Кортизол – это гормон стресса, который может повышаться и не только у невротиков, например, после активной тренировки в спортзале, или при переутомлении, или при длительном стрессе. Да, здесь нету прямой корреляции. Понимаете, если у вас в пятницу вечером после стрессовой недели взять гормон кортизол, я думаю, у вас будет повышен. Соответственно, от вашего депрессивного мышления тоже, от вашего там страха, тревоги тоже. Поэтому здесь, отвечая на ваш вопрос, у всех ли невротиков, я думаю, что по-разному, все зависит от того, насколько он находится во внутреннем стрессе. Я бы не проводил, не цепляйтесь, Анечка, не цепляйтесь вы к кортизолу. Цепляйтесь лучше тому, как я создаю свое беспокойство, свой невроз, смотрю на жизненные обстоятельства, что вызывает у меня беспокойство и напряжение. Забудьте вы тему про кортизол. Зачем вам это? Потому что я, например, если поставить эксперимент после тяжелой, допустим, рабочей недели, я не знаю, я думаю, у меня кортизол может быть повышен. Поэтому здесь нету корреляции. Не надо на это заморачиваться. Дарья спрашивает, еще одни женщины, парни будут? А, вот, дальше парни пошли. Ой, да. Дарья спрашивает, здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Дарья, если у человека наблюдаются признаки всех трех внутренних конфликтов? О, Дарья у нас подкованная. Прикольно. Приятно. Приятно читать вопросы подкованных людей. Еще раз, здравствуйте, Алексей. Если у человека наблюдаются признаки всех трех внутренних конфликтов, с какого их лучше начать коррекцию? Например, в юности возникла ОКР, хотелось быть хорошим. Затем на фоне этого началась неврастения, желание достичь наивысших результатов, чтобы быть хорошим. А затем проявилась истерия, потому что значимый для человека результат либо все обесценивают. Спасибо. Дарья, вы коллега? Или вы просто так вот неплохо что-то для себя поняли? Я вам так скажу. Просто я сейчас хочу понять, в каком мне русле отвечать. Как коллеге или как клиенту? Ну, давайте как-нибудь я попробую так и так. Действительно, Дарья, у нас есть три внутренних конфликта. Вы совершенно правильно их описали. Истерические, неврастенические, апсинопсихостенические, да? И они могут быть сочетаны. Борис Дмитриевич, Царство Небесное, назвал это микстом. Соответственно, из вашего вопроса, с чего начать? В этом микстовом внутреннем конфликте всегда что-то доминирует. Всегда какая-то система отношений будет доминировать. Тут надо смотреть на доминирующую проблему и начинать с этого. Второе. Надо понять, какие убеждения и установки привели к самому противоречию. Поэтому, если вы коллега, то я вам рекомендую поработать первое с пониманием, какой внутренний конфликт является доминирующим, какая акцентуация является доминирующей, истерическая, ОКР или неврастеническая. И второе, понять, какие установки и убеждения этот внутренний конфликт подпитывают, не дают ему быть разрешенным. Тогда у вас все получится. Яна спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Яна. Подскажите, возможно ли вылечить затянувшуюся депрессию эндогенного характера, отягощенную паническими атаками и тошнотой на протяжении нескольких месяцев без антидепрессантов? Уже меняла несколько психотерапевтов. Все мне суют рецепты на ады и транки. Один предложил лечь в клинику неврозов. Я много читаю про это и часто натыкаюсь на фразы, что если есть нарушения в мозге, их силой воли, спортом, психотерапией не вылечить только антидепрессантами. Звучит обреченно. Яночка, кстати, вот у нас очень такой широкий выпуск получится. Яночка, давайте сделаем так. Вы меня сейчас послушайте очень внимательно, хорошо? Депрессия, в отличие от неврозов, она даже находится в разной рубрике. Депрессия в разделе F3, аффективное расстройство, а невроза в разделе F4, невротические, связанные со стрессом.
Почему? Депрессии, Яночка, бывают разные. И терапия депрессии напрямую зависит от диагностики. Есть депрессии, которые действительно подтвержденно эндогенны. Они связаны именно с специфической работой гормональных сфер человека. Это связано с изменением гормонов, желез, регуляции и биохимии. Это может быть наследственное, приобретенное и так далее. Если это именно точно диагностирован эндогенный процесс, где резко падают уровни, независимо от каких-то мыслительных и так далее действий, вот тут есть нюанс, что, скорее всего, нам придется принимать препараты. Но хочу вас обрадовать. Множество случаев, где просто коллеги не умеют или не хотят морочиться с когнитивной терапией депрессии, потому что это сложно, муторно и непросто таким клиентам. Я вас не знаю. Не знаю ваш случай, чтобы диагностировать вот так, что это. Я бы вам рекомендовал все-таки искать и пробовать разные направления психотерапии. Обратитесь в ассоциацию когнитивно-поведенческой психотерапии. Найдите там специалиста. Вот скажите, я хочу продолжать пробовать работать в когнитивно-поведенческой парадигме с депрессией. И посмотрим, как это будет. Возможно, вам предложат сочетанную форму, какие-то легкие антидепрессанты совместно с психотерапией. Возможно, попробуют коллеги без фармакотерапии. То есть, Яночка, я не могу, не зная вас, сказать точно, что происходит. Но прокомментировал я, по-моему, в полном объеме. Окей? То есть, тут надо понимать именно диагностику. Депрессии много. Да, маскированные, эндогенные, соматизированные, там, их много, невротические, там, стадии невротических депрессий. Поэтому здесь надо четко сформулировать диагностику и четко попытаться профессионально, когнитивно-поведенческой терапией справиться с депрессией, смотреть на результаты. Если мы вдруг в самом худшем, Яночка, случае поймем, что это все-таки гормональные всплески, которые не связаны вот с какими-то когнитивными процессами, ну, наверное, да, надо будет пить антидепрессанты нового поколения, которые будут держать уровень серотонина, дофамина в положенном русле. Но, опять же, это вопрос диагностики. Может быть, ваши коллеги ошибаются, мои коллеги ошибаются. У меня в практике было очень часто, когда ставили вот именно вот то, что ставят вам, как бы вот, знаете, проще таблетки выписать, а на деле оказалось, что это не... что это корректируется с помощью когнитивной терапии и того же Элиса, и того же Бека без фармакологии. Поэтому я бы не обрекался бы на вашем случае, а продолжал бы бороться. Здравствуйте, Ленчик, Лена, да? Здравствуйте, у меня ВСД и страх потери контроля, постоянно забитый каким-то запахом нос. И кажется, что неприятный запах от меня, хотя я всегда моюсь. С этим нужно, может ли работать с этим психотерапевт? Да, Лена, вы описываете опять клинические проявления невроза навязчивых состояний, но здесь надо нам подифференцировать некоторые аспекты в профессиональном ключе. В целом, предположение, что это ОКР, да, но тут надо смотреть. В целом, это действительно занимается психотерапевт, жалобы достаточно стандартные. Виталий, вы меня простите, я не буду читать, очень много вы написали. Переформулируйте покороче, в следующий раз отвечу, ладно? Настасья, как справиться со страхом принимать таблетки? Популярная жалоба, кстати. Как справиться со страхом принимать таблетки? Очень боюсь побочек, даже от простой валерьяны. Страх таблеток появился вместе с неврозом. Вот как вы интересно, да, поняли? Угу. Причем таблетки любые. А...
Ну, понятно. Настя, значит, смотрите, первая ваша ошибка заключается в том, что вы считаете, что у вас страх таблеток появился вместе с неврозом. Фундаментальная ошибка. Помните, я уже сегодня говорил, у вас есть внутреннее напряжение, которое начинает проявляться. Страх принимать пищу, страх аллергии, страх побочных эффектов – это все проявление внутреннего беспокойства. Неважно, чего бояться, запомните его, пожалуйста, раз и навсегда. Вы можете бояться таблеток, рыбы, еды, чистоты, убить кого-нибудь, сойти с ума. У меня есть такая шутка, когда у человека есть внутренний невроз, ему уже все равно, чего бояться. Главное бояться, чтобы этот внутренний невроз, это внутреннее напряжение куда-то сбрасывать. Поэтому ваши таблетки... Страх ваш, механику могу рассказать, у вас есть внутреннее напряжение, оно куда-то должно выйти. И вы где-то, когда-то услышали, читали или еще что-то, в интернете, скорее всего, взяли эту информацию. Поэтому я считаю, что форумы, социальные сети, они пагубны. Вы где-то просто цепанули какую-то историю, и ваш страх, вот этот внутренний, он просто на это хватается. И именно поэтому я против форумов и социальных проектов, потому что, имея внутренний страх, человек потом приходит на форум, и у него возникает очень много крючков, куда этот страх с радостью начнет прикрепляться. Вы могли всю жизнь пить таблетки, вы могли всю жизнь есть, вы могли всю жизнь делать все, что вы сегодня боитесь. Знаете почему? Потому что вы ничем не заболели. Вы можете продолжать пить, есть и прыгать. Проблема в том, что у вас есть внутреннее напряжение, которое зацепилось за вот эти все страшилки. Для того, чтобы напряжение вышло, понимаете? Соответственно, терапия здесь работает хорошо поведенческая, та самая бихевиоральная и когнитивно-поведенческая терапия, где надо просто с вашими страхами правильно поработать, а именно научиться с ними сталкиваться. Научиться с этими продуктами сталкиваться дробно, научиться с этими страхами контактировать, дать понять своей голове, что вы на самом деле ошибаетесь. Но здесь есть один нюанс, что если я справлюсь с вашим страхом таблеток, у вас все равно начнутся какие-то другие страхи, потому что как только мы сняли общее напряжение фобическое, мы обязательно должны перейти к работе над самим неврозом, который создает напряжение, иначе вы опять где-то что-то услышите, что-то вам в голову придет, вы опять за это зацепитесь. Поэтому ваш страх побочных эффектов таблеток – это просто один из крючочков, на который вы сублимируете свою тревогу. С этим можно работать автономно, но я бы работал в совокупности с неврозом и с этими всеми фобиями. И он у вас начался не отдельно, он у вас, это и есть проявление невроза. Просто они могут возникать, иногда вы можете думать, иногда получается так, что у вас уже в целом невротическая проблема идет несколько лет, а вот какие-то вот яркие фобии или симптомы проявления возникают чуть позже, вам кажется, что это вот сейчас случилось. На самом деле, когда начинается терапия и анализ, вы понимаете, что вы еще 2 года назад уже перебарщивали сильно. Так, Миш спрашивает. Леш, привет. Привет, Миш. Буду рад тебя видеть на вебинаре. Посоветуй что-нибудь из философии для развития диспута. Книг много, а вот времени не очень. Платон, Сократ. Миш, найди работы Эпиктета и Марка Аврелия. Читай их. Это античная философия, стоицизм направление. Так. Ребятки, я хочу заканчивать потихонечку. Мне кажется, уже я не все успею прочитать. Реально очень много вопросов. Я обещаю снять 3-ю часть. Давайте я быстренько пробегусь. Алексей, Ольга спрашивает, пожалуйста, может ли быть высокая температура тела 37,2 с неврозом? Да, есть такой частый вопрос. Действительно, разная физиология тела по-разному вегетативно реагирует на то самое внутреннее напряжение, которое называется неврозом. Бывают физиологии, которые действительно при длительном вот этом внутреннем стрессе действительно может подниматься внутренняя температура тела.
Особенно это связано с неврастенией, да, с переутомлением, когда человек находится в хроническом истощении, действительно может подниматься внутренняя температура как проявление, клиническое проявление стресса. Но, кто это спрашивает, Оля, Олечка, я обязан вас предупредить. Любой системный подъем температуры должен быть дифференцирован. То есть вы должны четко исключить наличие хронических воспалений и инфекционных процессов. Только после этого мы можем с вами корректно размышлять дальше. Это первое, понятно? Второе. Иммунного статуса в том числе. Второе. Тут нам нужно понять еще одну вещь, что, может быть, у вас всегда была температура 37, 37,2, вы просто об этом могли не знать. Просто я рассказываю, как бывает иногда в клинике, да, происходит. Человек не знает, какая у него температура, она у него всегда была пониженная или чуть повышенная. У нас же нет 36,6, у нас есть вилка 36, 37. Вот у разных людей там даже в сутках температура колеблется. Вы просто когда не были в невротическом ярком таком состоянии, вы не отслеживали температуру. А тут вы просто на нее зафиксировались, как наша предыдущая коллега зафиксировалась на страхе побочных лекарств, эффектов, помните? Поэтому подведу итог вашего вопроса. Первое. Четкие клинические и бактериологические исследования. Воспалительные процессы исключаем, инфекционные патологии исключаем. Плюс иммунный статус дифференцируем. Далее. Четко понимаем, как вы себя чувствуете в этой температуре. Может быть, вы всегда и нормально себя чувствовали, это не связано, может, у вас всегда была такая температура. Ну и работаем с психотерапевтом для того, чтобы снять сам невроз, а там уж может все измениться. Но ответ – да, такое бывает. Лариса спрашивает. Привет, Ларис. Привет. Как с помощью рационального мышления можно отнестись к различным видам эзотерики, предсказаниям, энергетике человека, сверхспособностями, а также к вере в Бога и религии? Веришь ли ты в нечто подобное сам? Объясню ситуацию. Близкому человеку предсказали смерть 3 года назад. Думаю, что это просто бред. Помоги, пожалуйста, оценить. Ты знаешь, Ларис, мой метод и когнитивная терапия и ассоциация, которой я занимаюсь, она насчитывает в себе людей из науки. Там больше половины врачи. Сам метод рациональной терапии, он очень эмпирически доказан, поэтому он называется научно обоснованным методом. Любая научно обоснованная концепция и любая наука понимает очень просто. Это эмпирическое доказательство и эксперимент. Соответственно, вся эзотерика в большинстве случаев, она на эксперименте и на эмпирических доказательствах показывает корреляцию совпадений. На эмпирическом доказательстве и на эмпирическом вот вычислении доказать, что это работает, нужно, чтобы математический анализ показал, что это не совпадение, это закономерность. Понимаешь, да? Ну, например, если я тебе дам 100 таблеток, я не знаю, глюконата кальция одной группе и скажу, что это уникальный препарат от, я не знаю, там чего-нибудь, а другой группе дам истинное лекарство от какой-то болезни. И я тебе уверяю, что какое-то количество людей в группе плацебо, которые принимали кальций, у них будут какие-то даже улучшения единичные. Но это из разряда математического совпадения, потому что это было связано улучшение с другими процессами в их организме, да, и ухудшение, например. Поэтому, а вот в группе, которая принимала истинное лекарство, улучшения будут гораздо больше, поэтому оно и будет научно обосновано, что лекарство работает. Вот так же с эзотерическими методами и концепциями. В большинстве случаев нет прямого эмпирического доказательства, что это так. Поэтому все эти вещи, они, как правило, ограничиваются совпадениями. И мы из этих совпадений начинаем иногда в это верить. Понимаешь? Поэтому тут надо быть очень аккуратным.
Рационально ты спрашиваешь, как к этому бы Элис отнесся или я. Я бы отнесся к этому объективно, со словами «совпадения бывают, всякое бывает, все мы умираем, всякое случается, и нет здесь ничего удивительного». Что, то есть такого, да? Относиться ко всему надо с принятием и с пониманием того, что я буду отталкиваться от фактов. Вот, понимаешь, если жить в вечном сомнении под названием «а что если вдруг», «а если вот», «а если», ну, блин, это твой выбор, опять же, да? Зачем выбирать 3 года жить в тревоге, даже если предположить, что это правда, предположить, да, Ларис, зачем эти 3 года прожить в беспокойстве? Это, кстати говоря, знаешь о чем? Это о терапии терминальных больных онкологии. Если человек болен, и он знает, что он умрет от тяжелой болезни, да, от терминальной стадии онкологии, там философия развивается такая. Какой смысл я получу, причиняя себе постоянное беспокойство, и эти полгода проживу в беспокойстве и в напряжении, и моя жизнь закончится, либо я буду принимать и философски относиться к этому, и последние полгода своей жизни проживу и максимально эмоционально, ярко, до тех пор, пока я смогу этому радоваться. Понимаешь, да, о чем я? Ну, желаю здоровья тебе и твоим близким. Еще посоветую усиленно молиться в церкви, и как я отношусь к эзотерике. Ларис, ты меня прекрасно знаешь, мы с тобой, по-моему, не год знакомы. Ты знаешь, я не могу комментировать историю религии публично. Дальше идем. Быра. Быра, быра, быра. Где-то тут был вопрос очень-очень важный. Ну, ваши все вопросы интересны, ребятки, но тут есть какой-то момент. Я краем глаза я... Вот он. Андрей спрашивает. Видел. Ответственность. Во многих роликах вы и другие психологи говорят взять на себя ответственность. Многие не понимают, как это. Идти и делать... Оказывается, совсем непросто. Иногда осознать и принять проще, чем потом взять ответственность. Информации в интернете много на эту тему, но в ваших лекциях не нашел. Хотелось бы в вашем исполнении и трактовке раскрыть тему. Андрей, спасибо. Интересный вопрос вы задали, Андрей, и очень кстати, и очень важный. Видно, что вы не первый год замужем, как говорится. И правильно расставляете акценты. Действительно, рациональная эмотивно-поведенческая терапия, которой я занимаюсь, и наша ассоциация, вот Джон Витарито прилетал, когда на последнюю ступень по РЭПТ из Нью-Йорка, он все нам 3 дня рассказывал о том, как на самом деле РЭПТ тесно интегрируется и растет из экзистенциального подхода направления психотерапии, где слово «выбор», «choice» и слово «ответственность», да, оно фундаментально. Как это преломляется и как это можно вам, Андрей, простите, рассказать в популярной лекции, я попытаюсь это сделать на примере Элиса. Вот понимаете, как бы вам объяснить? Ну, давайте по-простому объясню. Мы с вами утром едем на работу в метро. И нам в метро обоим наступили на ноги. Представили себя? Мы в этот момент выбираем, как понять эту ситуацию. Мы ответственны за тот выбор, который мы делаем. Понимаете? Мы ответственны за то, как мы сейчас сами отнесемся к ситуации. И это касается всего, ребятки. Именно в этом ключе ответственности перед тем, как вы понимаете ситуацию, мы и будем говорить. Там еще разные сферы ответственности. Я хочу сейчас, Андрей, на этом сакцентировать внимание. Я учу своих клиентов ответственно подходить не только к упражнениям, но и к философии выбора. Вот это очень важно. Я надеюсь, я ответил
поверхностно на ваш вопрос, потому что глубоко, если сейчас в него входить, это до утра, Андрей. Повторюсь, если вы про симптомы, ответственность за план выполнения упражнений. Выбор, хочу ли я выздоравливать и хочу ли я новую жизнь. Ответственность за выполнение ведения дневников. Ответственность за конкретную форму мышления в данной ситуации. Ну, например, я еду на работу, я опаздываю в пробке, я тревожусь. Вы задаете себе вопрос. Я сейчас принимаю решение тревожиться. Я ответственный за эту тревогу, за эти мысли. Зачем я выбираю тревожить себя? Вот тут ответственность. Понял? Супер вопрос, но я постараюсь его развить в своих лекциях, поэтому вы и написали это в разделе «Предложите тему». Правильную тему предложите, предложили. Очень спасибо вам большое. Я думаю, что я действительно об этой ответственности буду говорить дополнительно. И у нас последний вопрос. Ребятки, я не все успел, правда, но я не успеваю. Тар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 arar Где этот вопрос? Здесь многовато. Виктор спрашивает. Алексей, извиняюсь, если выражусь не совсем понятно, за то, что много текста. Ну, ничего страшного, пожалуйста. В общем, я слишком мнительный человек и очень пристально присматриваюсь к тому, что я вижу, и прислушиваюсь к своим чувствам, к мушкам в глазах, контурам вокруг предметов и так далее. Это началось около года назад. Стоит диагноз ВСД и панические атаки, но это все прошло. А иногда мне кажется, что я вижу что-то не так, мне кажется все нереальным, это не происходит, это не проходит. Только так, это проходит только тогда, когда я всматриваюсь и сосредоточен. Когда я не сосредоточен на том, что я описывал выше, я чувствую себя нормальным человеком. Вот, Вить, вот слушай, что ты сейчас пишешь. Когда я не сосредоточен на том, что я описал выше, я чувствую себя нормальным человеком. Знаешь почему? Ты нормальный человек, братан. Ты нормальный человек. Ты создаешь свое напряжение и создаешь свое беспокойство от привычки концентрировать внимание на этих вещах. Вот видишь, у тебя в твоем вопросе уже путь к выздоровлению. Перестань исповедовать привычку концентрировать внимание, прислушиваться и присматриваться. Вот тебе короткий терапевтический ответ. Ты абсолютно здоров. Ты сейчас это мне подтвердил. У тебя есть просто привычка. И тебе надо найти специалиста, чтобы тебе помогли справиться с привычкой прислушиваться, присматриваться. Это из серии ОКР на самом деле, да? Это привычка, братан. А привычка, она изменяется. Я желаю тебе здоровья и чтобы ты встретил терапевта на своем пути, который тебе поможет с этой привычкой справиться. Ваш Алексей Красиков, Неврозы Мегаполис. Увидимся в Красиков Live 3. Задавайте ваши вопросы, буду рад на них отвечать. Надеюсь, вам интересен такой формат. Я всегда очень искренний и очень такой, какой я есть. Так что, если что не так, простите, чьи вопросы не задал, не прочитал, прошу прощения, прочитаю в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания. Приходите в Питер 7-8. Будет очень круто. И в Москву. Хорошо? До встречи. Увидимся. Пока.